Виталик, вот у меня такой небольшой номерок. Витя заряжал свой самокат всю ночь. Притащил его сюда. Вот здесь такой вид. Бахчисарай. Дорожки. Вон, видите, ребята, там горы уже начинаются такие красивые. Здесь место классное. Вот, ребят, здесь туалет. Ладно. Вот еще один номер. Такой вот. Видите, как здесь комфортненько. Вот такая кухонка, общая, хорошая. Вот сейчас здесь чай пил, очень так удобненько все, ребят. Такой гестхаус, вот, вайфайчик, все четко. И вот я выхожу, вот, ребят, выхожу на улицу. Вот видите, у меня компьютер здесь, ролик грузится, уже, наверное, загрузился почти, да. Вот, вот здесь такие вот просторы, друзья. Навес красивый, дворик. Ну, вот такие вот нюансы. И сейчас идем на Севастопольскую 3. И вот, ребят, Бахчисарай. Здесь, конечно, дороги все такие подубитые. Видите, турецкий городок в Крыму. Здесь прям ездить только на кроссоверах. Я куда-то даже не заезжаю. Страшно. Так, сейчас, ребят, секундочку. И вот, друзья, еду по главной улице Бахчисарая. Что-то я сегодня погодка, вот сейчас 7 градусов, вообще жесть полная здесь, конечно, уже видно холоднее гораздо. Вот, тут гляжу, я тут уже обогрев сиденья включил. Вот сейчас мы в Симферопольской 5А встречаемся с одним тоже блогером. Пообщаться, конечно, потом посмотрю немножко. Здесь надо отсюда, говорит, куда-нибудь на берег уже ехать, там, не знаю, Симферополь, наверное, похолоднее тоже будет. Потому что прям здесь очень холодно, неожиданно так. На берегу, конечно, было бы теплее с утречка-то, более-менее так. Здесь прям прохладно. Бахчисарай. Блин, вот машина, конечно, здесь, видите, как ее оставили. Прямо на дороге он ткнул ее. Объезжай. Здесь так видно, просто к этому относится. Ну, улочки маленькие. Такие моменты. Вот, ребят, такой Бахчисарай, из окна машины. Такое, конечно, все старенькое. Что-то, видно, здесь меняется потихонечку. Ну, видите, весь Крым сразу поменять, конечно, очень сложно. Ребята, вот смотрите, Алексей, оказывается, я даже не видел. Смотрите, Алексей, оказывается, бушлат 41-го года такой, да? Да. Это получается, это реально остался 41-го года? Нет, это копия. А, то копия, есть да? Пошито именно как вот было именно в то время, да. Это эти ходили, как его, моряки, моряки, да? Моряки, 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 да. И ты в таких вещах ходишь, да, специально? Да. Мне нравится, а что, хороший пиджачок. Ну, так-то да, интересно, достаточно. У меня таких два, один вот на... Это как раз на 41-й год, а вот второй такими, меня да? На царскую армию. Там пуговицы отличаются, такие красивые там орлы. Вот. А это реально все так было, то есть они звездами, да? Да, погон такие не звезды. Было. До 43-го года звания были именно звездами. То есть вот это матрос рядовой. А, рядовой, если да? Будет круг, да, это будет старший матрос, соответственно, там будут полосочки, звездочки. А офицеры есть, это здесь звездочки были, ну, да? Там, да, там такие полоски должны быть. Фу, слушай, интересно. То есть это такой вот моментик. Итак, друзья. Вот он, пак миниатюр, я в него не пошел. Вот, мы здесь в нем были где-то году, наверное, в 13-м, по-моему.
Вот, ценник что-то мне здесь не очень понравился. 700 рублей. Все, не хочу на это дело тратить. Вот, ребята, издалека немножко поснимаю вам. Посмотреть. Я думаю, кто в нем, наверное, уже многие были в этом парке миниатюр. Спасибо. Вот так, ребята, камера упала, видите, снимать Крым в миниатюре. Вот так вот, хорошо подать можно, туда упала. Парк миниатюр, друзья, не выключаю ее. Шикарный автобан, Таврида у них называется, по-моему. Четыре полосы, конечно, вообще идеально. Видите, машин нету. Просто бомбически, конечно, ехать. И супер, что построили так все. В этом плане, ребят, конечно, вот Крым очень сильно подрос. Очень быстро развивается. Видите, едешь между гор. Слева, справа горы получаются. Итак, друзья, я в городе Севастополе. Чудо, ребят, такой город. Напоминает, наверное, мне в плане пробок вообще город Саранск. Вообще, ребят, что-то пока пробок не вижу. Может, они, конечно, сейчас будут. Но прям въезжаю спокойно. Видно, город небольшой. Такая осень приятная здесь. Сейчас у нас 11 градусов. С утра было 7 в Бахчисарае. И прям, друзья, ничего не стоит нигде. Все нормально, можно проехать. Это, конечно, приятно. Наверное, в Севастополе в этом плане хуже. Заправок, вот опять эта заправка, вот как называется, Атан, такая здесь популярная, как я понял. Здесь две заправки, но про заправки вы услышите в одном из видео, там Алексей, тоже блогер, подробно рассказывает. Вот, вот, ребята, заезжаем, солнышка сегодня нету, сейчас посмотрим немножко Севастополь, прокатимся, посмотрим. В принципе, это один из, наверное, таких последних или предпоследних городов. Вот, я, наверное, буду уже сейчас из Крыма потихонечку выезжать. Уже в сторону Анапы. Итак, друзья, еду по городу. Что-то здесь строится. Не пойму тут куда чего. Полосы выделены есть. Что-то маленькие пробочки на светофорчиках есть, а так, ребята, вообще нет ничего. Хотя сегодня рабочий день. По-моему, видите, листва. Осень вовсю здесь. Памятник Ленина перекрытый стоит. Что-то их тут в центре города, видно, делают. Сейчас проезжаем по центру. Поверните направо. Сейчас встречаемся с приятелем. У меня скинул адрес. Я домой сейчас еду. С блогером местным.
95-й регион. У нас не такие, тут очень много всяких регионов других. 123-й. Кого только нету. Через 300 метров круговое движение. Второй съезд. Видимо, в центре уже едем. Анжарских очень вкусно. Хачапури пока каких-то поесть. Ценник у них хороший, ребят. 250 рублей в кафешке был такой недорогой. Здесь вот кафе находится на отшибе, где мы с Алексеем видео записывали. Опа, как он круто тут выруливает вообще. Тут они так быстро едут, подрезают, что не пойму даже. К манере езды не привык. Он меня обгоняет на этом. Гольф поехал. Какие-то шустрые. Вот у них, ребят, банк. РНКБ. Вот видите, реклама на машине была. Это банк. Через 600 метров. Круговое движение. Второй съезд. Тоже, наверное, мы немножко из центра выезжаем. Сейчас еще прогуляемся, посмотрите подробно центр Севастополя. Ой, Симферополь, ребята, это Симферополь уже. Симферополь вообще первый город, куда я прилетел. В свое время еще там мне лет 13 наверное, было. Или 12 даже, не помнишь. На самолете из Нижнего Новгорода. Первый раз вообще я был, по сути дела, в другой части России. Тогда еще это был Советский Союз. Итак, друзья, сегодня поснимали видео с Николаем. Вот я иду здесь ночевать в хостел. Нашел здесь уже, ребят, хостел за 600 рублей. 6 человек там получается, 3 кровати, 6 кровати, ну, двухъярусных, 3 кровати двухъярусные, да, получается. Хотя, может, вроде одноярусные, вот. До конца что-то так и не понял, в общем. Ну, одним словом, сейчас, ребят, покажу, где я там сегодня буду ночевать. Пока вот остаюсь в Симферополе, вот, мы немножко здесь с Николаем еще поснимаем. Ну, мне хочется, ребят, немножко, сказать, с самым таким большим, наверное, городом, там, Крымом познакомиться, с Симферополем. Ну, вот, и, в принципе, отсюда я, наверное, буду двигать уже в другие места. Может быть, завтра, ребят, мы поедем в Евпаторию, Евпаторию покажем еще. Ребята, что такие вот нюансы. И вот, ребят, я в том хостеле, называется... Забыл, в общем, завтра скажу название, ребят. Видите, как классно вообще комнаты такие. Вот свет включил. Видите, тут на 6 человек. Вот, я немножко доплатил. И получается, у меня вот комната одна здесь свободная. Он говорит, не больше будет, чем 4 человека. Вообще, в общем, классно, ребята. Так стоит 650. Когда, ну, все заняты, а у кого сегодня не было, говорит. Но здесь, говорит, будет, если придут еще люди, то будут не больше... 4 человек. Вот это классно очень. Пока вот никого нет. Время уже не 11 почти. И получается я здесь за 1000 рублей. Вот. Поэтому, ребят, такие вот хорошие цены вообще. Прям просто бомбические, ребят. Хостел просто изумительный. Я вообще не, давно тут таких что-то не видел. Все тихо, спокойно, ребят. Вот. Мне очень понравился, ребят, вообще душ. Посмотрите, как здесь классно. В душе. Каким даже камнем таким интересным. Я вообще давно такого не видел, ребят. Очень классно здесь все. Вот так вот все сделано, просто как будто дом, друзья. В общем, вот такие вот нюансы. Очень тепло, отопление здесь. Все четко, прям как домой приехал, друзья. Это центр Симферополя. Приветствую, друзья. И я сегодня ночевал в классном хостеле в Симферополе. Называется Фортуна. 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 И вот как раз попал на хозяина Виталия. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Виталий, расскажите, может, в двух словах вообще, как идея пришла вот вообще в этот бизнес войти, в хостел?
Ну, организовать? Как только увидели, что есть потребность, увидели туристов с России, как только россияне к нам поехали путешествовать, посещать, узнавать Крым, то есть мы сразу же поняли, что есть такая возможность, скажем так, сделать такой объект интересный, как бы для отдыха, для того, чтобы поделиться своими какими-то знаниями о Крыме, направить в правильную сторону. Ну и в первую очередь, чтобы люди получили самое необходимое, это отдых. Отдых, то есть отдых в пути, отдых в дороге. Ночлег, наверное, да? Ночлег, конечно, да. То есть максимально комфортный. У нас хостел очень этому располагает. То есть как бы в каждом номере, вот вы, наверное, увидели это, попробовали, да-да-да, поняли, то есть что каждый номер как бы соответствует хорошему уровню. Ну, в целом так. Все понял. А вообще вот здесь, как понял, летний туризм чаще всего, да? Очень, наверное, никто не приезжает зимой? Ну, летом, да. Летом, конечно. Летом посещаемость намного выше. То есть людей больше, люди едут с разных регионов. Но вот в этом году, например, там максимальные какие-то рекорды там фиксирует администрация Крыма, что максимальные рекорды по посещаемости. Ну, то есть люди едут, им интересно. Крым очень интересная территория, то есть она такая многообразная по своей природе, поэтому, ну да, летом больше, да, конечно. Даже в связи с карантином проблем не было, все равно люди приезжали очень много, да? Никто там не боялся? Ну, едут немного, конечно, с такой опаской, в плане того, что, ну, коронавирус никуда не делся, он присутствует, но во многом люди уже привиты, как бы, или там с профилактикой с определенной, то есть они, ну, едут. Понял. Да. А вообще за последние 5 лет что-то здесь изменилось, вот в Крыму, в Севастополе? Ну, за Севастополь сложно сказать, потому что Севастополь — это отдельная у нас территория, то есть, да, это как бы федеральный округ отдельного значения, там, ну, и, конечно, изменилось, ну, инфраструктура улучшается, да, то есть, там, дороги делаются, там, вы, наверное, проезжали, видели, там, мост шикарнейший, да, то есть, аэропорт построен, ну, в целом, конечно, все очень-очень хорошо и привлекательно. Конечно, делается, да, вкладываются определенные деньги, усилия, как бы людей, и, ну, будете ехать, увидите, все посмотрите своими глазами. Все посмотрим. Да, да. Понял. Конечно, конечно. А вообще вот как-то, почему, например, здесь выбрали жить, например, а не на берегу? Или как? Просто, ну, например, это Симферополь, все-таки это не берег моря, все-таки люди там чаще всего живут около моря, например, как-то стараются мигрировать. Ну, Симферополь, это считается... как бы, ну, центральная часть Крыма, то есть это, это, скажем так, через Симферополь идут все дороги, это столица Крыма, да, то есть и он интересен тем, что, ну, в общем, в целом здесь все как бы сфокусировано, то есть если Севастополь — это именно на берегу, это такой военный, вернее, такой комплекс, который защищает как бы границы России там со стороны Черного моря, то Симферополь — это такая центральная часть, проезжая часть, как бы, ну, такая центрально-административная, инфраструктурная. Да. Понял. Итак, друзья, я оставлю ссылочку здесь, покажу вам подробнее хостел, поэтому приезжайте сюда и останавливайтесь. Это город Симферополь. Да, всех ждем, всем будем рады. Все сделаем так, как надо, все отдохнут, получат удовольствие, всех ждем. Итак, друзья, вот мы небольшой обзорчик хостел сделаем. Вот это получается здесь, как называется? Зона отдыха. Зона отдыха центральная такая, да, очень комфортная. Вот такие у нас администраторы, смотрите, какие симпатичные, красивые, вас будут ждать и полностью... Да. Так, и получается еще есть второй, это кухня, да? Да, есть кухня, да, вот мы вот здесь вот принимаем. Вернее, гости принимают завтраки, там питание. Смотрите, какие груши классные. Свои, да? Да. Здесь, получается, можно заказать завтрак, да? Да, можно заказать завтрак, можно покушать самостоятельно, приготовить что-то. Вот на второй этаж, если пойдем. Для себя. Смотрите, как красиво сделано вообще такое. Да, увидим такой интересный дизайн, такой мысль, подача. Да, то есть это второй этаж. То есть у нас тут, скажем так, 3 общих номера, здесь вот женский номер, категория женский, да, то есть только девочки останавливаются. Здесь можно... А уже нет никого, очень, да? Да, очень интересно, можно располагаться именно там,
шестером, да, вот уплотнить, ну, скажем так, своей плотной компании. Там, очень красиво все сделано, так дизайн такой. Да. И сразу да, свой туалет. Вот. Итак, друзья, вот вам немножко покажу сейчас центр Севастополя. Все-таки здесь пробочки здесь есть. 82-й регион здесь получается. И 92-й это Севастополь. 82-й весь Крым остальной. Такие вот есть нюансы. Люди едут на работу. Вот время сейчас получается у нас 10:30. Конечно, здесь немного все стоит. Кто-то куда-то спешит. Да, сейчас вот горела красным у меня полоса получается. Видите? Сейчас уже желтым загорелось. Видно, все-таки я немножко двигаюсь. Итак, друзья, мы заехали в город Саки прокатиться. Мочегорск. Поверните направо. Мочегорск называется, да? Мочегорск, да. Саки, Мочегорск. А, это по-другому, да? Да, прикалываюсь просто. Не обращай на нее внимания. Ну, такой вроде большой городочек. Я думал, вообще какая-то маленькая. Тут, оказывается, нормальный такой. Видно, их потолим. Вот тут джипы стоят. Крутые. Пекарня, кулинария. Так. Кстати, неплохая. Давай здесь становимся. Не-не-не, давай мы дальше глянем, если там вкусняшки, если что, сюда вернемся. Ребят, мы приближаемся к вокзалу. Ну, кстати, не точно. Мы не знаем, куда мы едем. Сейчас я уже заблудился. Заблудились, потому что? Конечно. Да? Я уже не знаю. Не помнишь, кстати? Нет. Коль? Нет. Ну, вот какой он центр такой здесь. Вот. Храм стоит. Ну что, здесь где-то прокатимся? Не-не-не, нам надо центр. Центр? Это вообще, ну не, это не центр, это как бы... Центр, но не центр, вокзал, короче. Да. Центр, так, влево, вправо? Да, налево. Давай налево. Угу. Тут вообще не поймешь. Вообще можно налево? А, тут, кстати, односторонняя. Там точно, кирпич, да, мы не хотим налево здесь. И вот, ребят, мы едем по Сакам, что-то да, здесь везде вот, стройка. Вот тут человек удивляется, я-то не удивляюсь, в Саках дороги 5-7 лет не могут сделать. Все раскопано, разбросано везде. Люди реально пройти не могут. Ну, налево, да? Налево. Не, направо. Дядьку не сбей. Блин. Он со школы, он мутный. Видишь, какой-то он ходит мутный. Может, сбить его надо, чтобы он не ходил здесь. Он напрягает реально. Это не пешеходный переход. Просто в Саках, понимаешь, это город, где очень условия хорошие для инвалидов. А, здесь, да? Да, здесь именно все. Видишь, колясочников. Вот мы едем, смотри, тут уже да, два инвалида. Да, колясочники. Сейчас еще через 2 метра еще колясочники будут. В общем, здесь санатории у них такие, как бы. Здесь условия все для колясочников. Пандус, видишь, съезды грамотные. Не такие с бордюрами, а колясочники могут проехать. А, ну, вот, да, поэтому да, да. Здесь именно для них все организовано. И вот какие-то улочки вот соседские, да, они все разбиты и раскопаны. И начали их делать, как бы дорогу начали делать и бросили. С чем связано, я не знаю, но люди очень много, в общем, негатива на эту тему было. Вот уже годами они делают, сейчас вроде начали делать. Потому что вот здесь нам налево сейчас, вот за этими машинами, налево поворот будет вот такой неприметный. Нам туда повернуть надо, слева кафе, вот это вот желтое. Если оно закрыто, то мы, да, в заднице, столовой, да? То мы в заднице, да, полной. А если оно открыто, то мы красавчики, мы покушаем. Ну, понятно, мы едем в столовую такую, видите, как написано, столовая. Слушай, ну там, по-моему, табличка. Бон аппетит. Нет, что там написано? Открыто. Открыто? Слово открыто написано, да. Да ну написано нафиг, давай тут парковаться где-то и кушать. Угу, ясно. Ну вообще классно. Еще найти где тут парковаться. А вон как раз мужичок уезжает. Видите, ребята? Давай. Мужичок выехал, чтобы мы на парковочку встали. Проявил так, уважение. Чётенько. Да, да, да. Уважил, ребята. Чётенько. Красавчик. Опа. Давай. Итак, ребята, мы приехали в Саки. Вот сразу пришли позавтракать и пообедать заранее. Вот тут такие, ребят, хорошие вкусные тефтельки. Салат под шубой. Прям соскучился. Такая вкуснятенькая. У Коли тоже, куда Коль, знаешь, ты видишь? Ты вкусно, ты же еще не кушал. Ну, сейчас попробую, я думаю, вкусно здесь, раз они тут продают такую вкуснятинку-то. Итак, друзья, мы приехали на водохранилище. А, рядышком находится парк. Саки красивые. И такое красивое озеро. Около детской площадки прям.
Итак, все, друзья, я выезжаю из Симферополя. Уже вот еду сейчас, наверное, или до Судака, если с ребятами тут спешусь еще с одними блогерами записать видео. Или, в общем, сразу, может быть, до Феодосии, а может быть, даже и выйду вообще сегодня уже, как говорится, с Крымского моста туда уже, как говорится, в России уже, как назвать ее, материковой, наверное, не знаю, вот так вот. Уже, наверное, так быстрее всего, выйду с полуострова. Пока вот сейчас посмотрим, как они будут, как будет дорога лежать. Вот, с кем-то я тут не успел встретиться, потому что люди тоже заняты, сложно состыковаться где-то. Тем более у меня четкой там где-то ночевки нет, непонятно, как, в общем, еду. Поэтому так, вот видите, я сейчас здесь выезжаю на автобан, на местный город Белорос. Не знаю, заеду ли я в него, наверное, думаю, не буду заезжать, маленький город. Вот, и, в общем, все, ребята, потихонечку уезжаю. И в Патоле сегодня, ребята, не поехали уже, что-то уж. Вроде так и за 5 дней, в принципе, Крымом достаточно насытился. Вот сегодня даже, может, кстати, если я остановлюсь здесь, то еще будет 6-я ночь, по сути дела. Хотя, я думаю, наверное, уже я потихонечку буду отсюда выезжать. И все, друзья, вот выезжаем на автобан. Смотрите, какие здесь развязки крутые. Конечно, здесь дороги, в общем, здесь очень, очень крутые, ребята. Здесь, конечно, такие виадуки сделали, просто бомбически все. Все бесплатное, прям отлично просто. Автобан. Бомбические, ребят. Так что в плане дорог, ребят, здесь сейчас, по-моему, уже проблем нет. Но имеется в виду, конечно, таких центральных дорог. Понятно, что вы там, если где-то с обычной дороги съезжаете, где-нибудь там с такой, в городе где-нибудь или еще где-нибудь, то, конечно, подать сразу, извините, заражение в жопу. Вот так, там, конечно, полная жесть. Но вот автобаны хорошие. Конечно, все дороги, наверное, не поменяешь, друзья. И все, ребят, едем уже дальше в Анапу. Вот, в Анапе, может быть, я остановлюсь или поближе. Посмотрим, где там сегодня ночлег найду. Не знаю, до Анапы, наверное, не дотяну, потому что там почти 300 километров. Сегодня уже, а время уже 5. Вот. Ну, значит, где-то остановлюсь, где-то там, может, в Феодосии. Посмотрим, как ситуация будет. И все, друзья, темнеет. Видите, какая красивая луна. Если, конечно, видно, справа светится. Сегодня полная луна у нас. И все, друзья, я вот уже, мне осталось где-то 60 до Керчи. Наверное, сегодня буду уже выезжать в материковую Россию, в сторону Тамани. Вот. И, может быть, даже поеду дальше, посмотрим, как сейчас ситуация будет. Уже вот темнеет, в принципе, достаточно, ребят. Конечно, по такой дороге, ребят, можно вообще долететь, не знаю, докуда, очень быстро. Потому что прям дорога просто, ребят, сказочная. Я вот где-то еду там 105, примерно 90, везде, конечно, показываю, залки 110, 130, 120. Ну, вот я где-то еду 105, и там, когда камера Яндекс.Навигатор показывает, я сбрасываю. Так, в общем, достаточно быстро едешь, конечно, пробок нету, машин мало, вообще, конечно, супер просто. Отличная, конечно, здесь дорога, просто супер, ребят, что ехать, конечно. Сделаем, конечно, такую дорогу по Анапе, то есть в Анапу едешь, там вот, там дорога не очень хорошая, то вообще было супер. И вот, друзья, я въехал в Россию уже материковую, с Крымского моста. Смотрите, здесь какой классный революционный топливо, ЭКТО 100. Такая классная моделька. Получается, из травки сделано, наверное, искусственной, правда. И вот, ребят, первая заправка Лукойл. Я, правда, залился уже на выезде. На выезде бензин стоил 48,50, по-моему. А видите, здесь стоит 47,19. Здесь на рубль дешевле, друзья. Вот, но у меня пока он все есть. Я думаю, дальше поеду, там уже будет и по 46. Вот, ребят, первая заправка Лукойла. Здесь. И уже можно ехать. Здравствуйте. Вас, да? Ну, давайте фотографирую. Вставайте. Телефон вертикально или горизонтально? Ага, ну давайте так горизонтально сделаю вас. Вот. О, отлично. Так. Опа. Секунду. Ой-ой-ой, сейчас секунду. Опа. Так, все. Спасибо. Хорошего дня. И все, друзья, мы едем, видите, сколько курс стоит. Вот мне здесь осталось сейчас 15 до Анапы. И сегодня, я думаю, я уже буду ночевать, наверное, в Анапе. Ребята, так что, ребята, машина мне все больше и больше нравится. Едет она, конечно, ребят, просто бомбически. Просто, ребят, я как это, как в танке, в общем, едешь по трассе. Она прям вообще устойчивая, просто как в кресле сидишь дома, ребят. И вот так вот она едет, ребят. Видите, какая красавица. Так что, друзья, кто мне там говорит, корыто купил какой-то, не ликвид, ребята. Он вполне ликвид, просто вы на таких тачках еще не ездили. Кто там пишет, там, что не ликвид. Просто машина едет реально. Очень круто, ребят, очень устойчиво. Вот сегодня мы ездили с Колей в сторону Евпатория. Там, забыл, как называется, городок.
Вот, он вообще прям обалдел, говорит, едет просто, говорит, просто бомбически. Вот. Сколько, ребят, видео вот выйдет. Итак, друзья, я езжаю опять в Анапу. Что-то, ребят, Анапа уже прям, пока меня не было тут неделю, она что-то стала вообще прям пустая, смотрите, никого нету. Все горит, светится красиво. Ну, вообще народу что-то нету, видно, сезон вообще закончился. Вот опять сейчас еду куда-нибудь отдохнусь после хостела. Поверните налево. Вот вообще, конечно, прям пусто-пусто, друзья. Видно, все, уже народ уехал. Как говорят, пустые города. Тишина, хотя время, в принципе, сейчас 15 минут 10 всего лишь. В принципе, еще не поздно, но народу никого. Поверните налево. Так, сейчас налево нам. Вот уже знакомые места. И, ребят, еду в тот же отельчик. Отель называется «Павел».